провидцем оказался офицер Вещеров, служивший на... Во имя розы ветров, во славу бури штормов, в честь пяти океанов, в память всех капитанов, во здравие наших гостей из разных стран и областей, отныне и во веки веков объявляю свое глубочайшее покровительство славному городу Находки. С юбилеем поздравляю, веселиться всем повелеваю. Музеи открыты тут и там. Желаю не ведать ни слез вам, ни горя, что в мире... Твоими руками, рядовой мыслью и каждодневным трудом создающие причалы, дома... В порту работают целые семейные династии. И есть чем гордиться сегодня предприятию. 1999 год, несмотря на взлеты и падения экономики страны, порт завершил достойно. Через его причалы прошло более 2000 социальных гарантий. Коллектив возглавляет генеральный директор Гений Николаевич Мясников, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени юбилей года. Находки с управлением уборку! Ура! Коллективу были вручены на вечное хранение в 1957 году Красное Знамя Находкинского городского комитета КПСС и горосполкома. Памятное знамя Красное Знамя Министерства рыбного хозяйства СССР и ЦК профсоюзов и работников пищевой промышленности. В 1973 году Красное Знамя ЦК КПСС. Коллектив всем ветеранам Находкинского рыбного порта! Ура! Приветствуем и поздравляем с праздником коллектив открытого акционерного общества «Находки Новороссийска». Было построено пассажирских судов «Находки Новороссийскому заводу». Ура! Тонн 19 единиц, портовых буксиров 25 единиц, две получки. В колонии крупнейших предприятий города коллектив акционерного общества имеет на своем балансе 37 единиц промыслового флота, 6 единиц транспортного флота, 13 единиц вспомогательного флота. Флот работы рождения завода 1957 год. Пустынный берег, бухта голубая, морские волны бьются о причал. Пришла по зову рано замечить. Имя первого директора Приморского судоремонтного завода Степана Николаевича Гейтса, почетного гражданина города, талантливого организатора, навсегда вошло... Работникам Приморского завода ура! Истории. Весь коллектив упорно трудится для того, чтобы предприятие пользовалось у клиентов приобретанием... Все суммы средств направляются на социальные нужды. Созданы фонды для пенсионеров. Работали начальник портового флота Аркадий Сергеевич Толмачев, капитан сменной механики Михаил Максимович Олешков, Петр Григорьевич Толчаков, Арсений Григорьевич Толчаков, Михаил Иванович Толчаков. Поехали!
теперь наши други земные ожидают нас дали морские. Стать якорь с этого дня, июня 1859 года, в районе южного побережья Приморья, корветом «Америка» открыта новая бухта. Во славу матушки России приказываю нанести на карту и назвать «Находкой». А красота отвечаю, братцы. Ура! Мать Россия,
уважаемые жители города Находки, уважаемые гости, дорогие братья и сестры. Комитет не сопровождает с официальным визитом в Японию патриарха Московской всея Руси Алексея II. Владыка также шлет свое благословение всему православному люду во главе с настоятелем отцом Василием и отцом Иоанном. Дорогие находкинцы, с праздником вас, с 50-летием нашего славного города, города Находки, порта! Я от всей души поздравляю вас с этим славным праздником, с этой юбилейной датой. И хотел бы пожелать вам здоровья, счастья, все, чтобы у вас было хорошо и прекрасно в этом нашем городе. Только от нас с вами зависит дальнейшая, лучшая жизнь в этом прекрасном городе, в котором мы с вами живем. Поэтому я поздравляю вас с 50-летием со дня образования города. Желаю всем жителям, ветеранам, первостроителям, нашим руководителям предприятий, организаций, бизнесменам, просто вам, простые люди, всего самого доброго. И я думаю, наша Находка будет и дальше расцветать и становиться главным городом в Азиатско-Тихоокеанском регионе по вопросам транспортировки, судоремонта, строительства и других славных дел, которые вы сегодня увидели здесь. Перед вами выступали все коллективы. Поэтому желаю вам всего доброго, здоровья и счастья. С праздником вас, дорогие находкинцы! Спасибо! Оздоровительной, образовательной и воспитательной работы. В распоряжении малышей самому спортивный зал. Самому молодому поколению нашего города! Ура! Бассейны. Воспитанники детских садов номер 15, 23, 36 успешно осваивают шахматную школу. Такую находку в карман не положишь. Такая находка присниться лишь может. Вот она вся...
дорогу. Добрый день, жители этого прекрасного города Находка. Позвольте мне по поручению Евгения Ивановича, который сейчас находится в Москве, зачесть приветственный адрес. Уважаемые находкинцы, прошло 50 лет с того памятного дня, когда рабочий поселок Находка был преобразован в город. История юбиляра очень мала. Она еще и не стала историей. И вся вмещается в память одного поколения людей, чьими руками наращивались этажи и кварталы, и на глазах у которых рос и вырос красивый современный город у моря. Сегодня вам 50. Широко и раздольно раскинувшийся от устья реки Партизанской до мыса Астафьева город рожден морем и им живет. Изначально экономический потенциал его составляли предприятия морского транспорта, рыбной промышленности, судоремонта. Почетное место среди многих достойных коллективов занимает, конечно, Находкинский морской торговый порт, без которого немыслима история развития города. Судьбы многих из вас связаны с ним. Здесь выросли семейные династии, хранящие любовь к городу и порту. Мы ценим Находку как город рыбачьей славы, один из крупнейших центров рыбной и рыбоперерабатывающей промышленности Дальнего Востока. Не самый большой город Приморья Находка, восточные ворота России, известен на всех континентах мира. А ваш восточный порт,
крупнейший на Дальнем Востоке по уровню механизации и автоматизации погрузочных процессов, не имеет себе равных в стране. Мы ценим находку как город-строитель, создавший производственную мощность и социальную инфраструктуру города. Сегодня вам 50. Современная находка – важнейший транспортный узел России, ее деловой внешнеторговый центр в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А многолетние побратимские связи с городами Японии, Кореи, США, Китая сделали его городом мира и дружбы. Марки находки – это высокое качество, передовые технологии производства, постоянное стремление к совершенству. Сегодня вам только 50. Я верю, что впереди у города большие перспективы, счастливое будущее, потому что здесь живут творческие, увлеченные люди, у которых светлая голова, головы и золотые руки, для которых находка – ваш общий дом. С праздником вас, дорогие друзья! От всей души желаю вам новых успехов, больших значимых событий и дел, счастья, здоровья. И пусть вам помогает весенний май. Время обновления, очищения, возрождения, время творческих поисков, надежд и стремлений к реальным результатам. Губернатор Приморского края Ноздратенко. По случаю сегодняшнего праздника, но, естественно, за заслуги, за время исторической находки принято постановление губернатора о награждении почетной грамотой. Позвольте мне это тоже исполнить. Почетной грамотой администрации Приморского края награждается Виктор Семенович Гнездилов, мэр города Находки, за многолетний самоотверженный труд в органах исполнительной власти, большой вклад в социальное развитие города, укрепление международного сотрудничества и в связи с 50-летием города Находки. Уважаемые друзья, дорогие гости, присутствующие, разрешите мне зачитать вам небольшую телеграмму. Уважаемые жители города Находки, сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем, 50-летием рождения вашего города. У городов, как и у людей, есть своя неповторимая судьба. Само название города глубоко символично. Словно сказочный корабль, возник он на берегу Тихого океана трудами молодых людей, и по сей день его душа наполнена колоритом и энтузиазмом ударных комсомольских молодежных строек. Значение вашего города трудно переоценить как для дальневосточного региона, так и для всей России. Находка является главной гаванью страны, через которую осуществляется почти 30% внешнеторговых перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Thank you.
такая? Чуха это, по факту. Это ее сестра? Это ее, двоюродная. Никакого наследия. К сожалению, не нужно. Но насколько вы сами видите, это дело и общественные молодежные организации. Поэтому в добрый путь мы выйдем, пересечем вот эту вот площадь, пройдем по улице Ленинской, дойдем до дружбы, до первого камня дружбы. Там мы зажжем факела и... Поэтому митинг посвящен смотреть всем. Поэтому давайте потихоньку разворачиваться. Освободите место прохождения колонны. Оля, впереди. Оля, ты куда? Поджигает. 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 Поджигает.
Плакина не пусти сюда. Они тут прячутся по четырем. Постройтесь по четырем. Подождите. Кого попало? Thank you.
Куда не надо? Датой юбилея города, либо же это не случайно? Ну, что касается сегодняшней выставки, да, она, конечно, совпала. Больше того, скажем, мы, конечно, готовились к этой выставке, учитывая 50-летие города Находки. Несколько был и статус этой выставки предан, я сказал, наверное, повыше, чем обычно. Хотя, должен сказать, последние, мы, наверное, лет 5 уже, традиционно город Находка проводит подобные выставки. Больше того, проводят конкурсы на оценку того или иного качества продукции. Но, как правило, такие подобные конкурсы мы проводим по направлениям, имеется в виду или мясное, чтобы специалисты могли оценивать, допустим, или молочное, или хлебопекарное, или кондитерские. Сегодня это, как говорится, комплексная проверка, то есть выставка. Присутствуют практически все направления. А направления здесь такие представлены. Мясное направление, вы видите, прекрасно оформленные и мясокомбинатовские, и наши частные модули по производству колбасов и полуфабрикатов. Значит, рыбное направление. Тут представлено у нас 3 предприятия. Значит, имеется хлебобулочное предприятие. А хлебобулочное предприятие в городе у нас сегодня имеется 15 мини-пекарен и 2 хлебозавода. Здесь присутствуют 4 предприятия. Разумеется, 2 крупных хлебозавода здесь. Имеется, значит, фермерское хозяйство, но со своей, я бы сказал, изюминкой. И в чем изюминка представлена? К примеру, фермерское хозяйство, ну, наверное, такая изюминка, как занимается, помимо, допустим, основных продуктов питания, я имею в виду овощами выращиванием, производством выращиванием грибов и, самое такое интересное, производством семян для грибов, если таким народным языком сказать, а правильно называется грибной мицелий. Вы, если на выставке посмотрели, наверное, видели это предприятие. Значит, интересность, я бы сказал, изюминка в чем? Что вот этот мицелий, он предлагается жителям города и его гостям. Практически любой житель города может приобрести эти семена, высадить у себя их на любом дачном участке, практически вплоть до балкона, без особой такой, говорится, прихотливости. И через 2-3 месяца практически грибы эти начинают плодоносить. В этом, я считал, наверное, изюминка это и есть. Потом, значит, изюминка, наверное, для этой выставки, помимо наших традиционных и крупных интересных предприятий, как мясокомбинат, молокозавод, хлебокомбинат, появились новые технологические линии, подкрывались в городе за последние 2 года. Мы под таким названием, как «Союшка». Это, значит, предприятие, которое занимается изготовлением продуктов питания из сои. Ну, если в 2 словах, приготавливается соевое молоко, из него готовится творог, окара, которая идет практически во все пищевые продукты. Это и колбасное производство, и хлебное производство. Молоко, как правило, идет сегодня, во всяком случае, у нас оно уже около года работает, это предприятие, по социальной сфере. Это имеется в виду больницы, детские сады и школы. Пока объемы этого производства невелики для города. Говорится, теперь это предприятие раскрутилось. Ну, вначале, наверное, была еще и сложность, и, наверное, нужно было время для того, чтобы покупатель оценил этот продукт. Он довольно-таки новый и специфический.
чувствуется, что заказы на него все повышаются, и стала бы назрела пора увеличения этих объемов. Как раз над этим совместно с предприятием администрация города работает. Значит, но что касается других предприятий, конечно, вы, наверное, все видели, прекрасная продукция, она востребована жителями города. Просто некоторые жители, наверное, честно говоря, не только жители.